Болотный переулок 11. Есть предполагаемые, но уже пользуются люди здесь в грязи. Парковочное место. Как раз вот это место, оно полноправно может быть облагорожено жителями дома номер 9. Как раз вот те люди, которые ставят свои автомобили на тротуаре, они могут соорганизоваться и благоустроить вот эту территорию. Вот опять согласование, ну как это делать, если вот все равно никто пойти навстречу людям не хочет, а люди нарушают правила. Парковка вот в таком месте стоит 3000 рублей через административную комиссию. Вот она вся грязь, вот она здесь. Новая дорога. Вот что происходит. К чему деньги вкладывает государство, а мы вот это все убиваем. Вот насколько хватит вот этого всего, вот этой красоты, которую навели. Сколько люди боролись, активисты, вот старший по дому, с этим Бакинской 36А. Давайте-ка думайте, и мы вместе с вами решим эту проблему. Как это, пока вот я не вижу, разрешат нам, не разрешат благоустроить здесь парковочное место для Долотного переулка номер 9, чтобы люди не нарушали правила ПДД и не парковались на тротуаре. Чтобы не было конфликтов между нами, прохожими, детьми, этими людьми. Все мы понимаем. Давайте мы с вами соберемся, встретимся, напишите мне ВКонтакте, Буренков Дмитрий, обсудим, не будем ругаться. Я думаю, в любой проблеме, особенно в такой, в бытовой, в нашей жизни, мы можем все решить.